У них есть свой собственный, нерушимый взгляд на жизнь и уверенность в своей правоте. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. Буква «И» в имени говорит о неполноте и чуждости. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогает им довольно легко переживать невзгоды. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Звук «С» в имени также свидетельствует о неравновешенности, частой смене настроений, капризности, чрезмерной требовательности к себе и окружающим. Очень часто носители этого имени становятся гениальными магами и прорицателями. Люди с этим именем знают, что живут в этой жизни для того, чтобы выполнять роль арбитров в различных конфликтных ситуациях, а также нести утешение и надежду тем, кто в этом нуждается. Представители этого имени легко сходятся с людьми. В любви ищут партнера, способного на поддержку и преданность. Этому человеку важно найти свой собственный путь в жизни. Иногда буква «И» в этом имени может провоцировать сильные приступы страха за свое благополучие и своих дел. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Люди с буквой «И» часто не умеют контактировать с людьми, но это не мешает окружать себя преданными товарищами. Буква «Р» в имени символизирует решительность, высокую работоспособность, умение правильно анализировать ситуацию. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.